Друзья, привет! И вновь очередное видео на моем канале, но в этот раз немножко иное. Это будет вообще не про тренировки, а про то, как я отдыхаю со своей любимой женой Ксенией. Вы часто задаете вопросы, а что делать, а как питаться, а как тренироваться, когда ты на отдыхе. Сейчас я на отдыхе, я постараюсь вам рассказать о том, как я тренируюсь и как я питаюсь, а также просто показать достопримечательности тех мест, в которых мы будем. Прямо сейчас мы находимся в Копенгагене, это столица Дании. Мы здесь будем недолго. Один день сегодня и один день на выезде. А так вообще мы плывем в круиз по норвежским фьордам. Вот сейчас мы уже доехали из аэропорта в отель. Отель Тиффани. Тиффани, конечно. Название красивое. От аэропорта мы ехали примерно минут 20 до отеля, то есть совсем недалеко. Но таксист с нас взял 280 норвежских крон, точнее датских крон, в итоге это 2900 рублей вышло. Недешевое такси. Так что будем сегодня передвигаться в основном на ножках. Что, мы пошли заселяться? Посмотрим, что за отель у нас. Ну что, время посмотреть Копенгаген. На мой взгляд, всегда самый лучший вариант это сесть на шаттл-бас, вот на такой большой этажный автобус с открытым верхом, и просто поехаться. Маршрут у таких автобусов это всегда вокруг всех центральных достопримечательностей. И за один раз можно все увидеть. Потом ты просто выходишь и уже поподробнее смотришь, что тебе интересно. На двоих это стоило 3500 рублей, действует целые сутки. Поэтому будем кататься целый день. Погуляли пару часов, кое-что увидели, еще много предстоит увидеть, но, как всегда, на свежем воздухе быстро разгуливается аппетит. Вот сейчас одна из таких центральных улиц, где сплошные кафешки, вот слева как раз канал такой. То есть можно сесть в кафешку и посмотреть на проплывающие мимо лодки. Ну что, поищем что-нибудь вкусненькое. Ну вот сейчас наконец-то что-то попробуем. Я заказал рыбную тарелку. Правда, она таких размеров, как будто это не закуска. Они подают это как основное блюдо. Ну, попробуем селедочку, салмона, креветок. Какой-то кусок рыбы жареной. Надеюсь, будет вкусно. А то я уже очень голодный. Mm-hmm.
Наконец-то сошли в парк, где находится главная достопримечательность Копенгагена. Это статуя русалочки, которую, как сказал гид, уже отпиливали ей голову два раза, отпиливали ей руку, взрывали ее, обливали краской, ее все восстанавливали. Вчера вечером мы так нагулялись, что пришли домой в 6 часов вечера, чтобы просто переодеться. Прилегли на кровать 5 минут передышать. Когда проснулись, было уже 8 утра следующего дня. Очень такой свежий воздух, так нагулялись, что вырубило просто напрочь. Сейчас надо позавтракать, и как оказывается в этом отеле, завтраки немножко необыкновенные. Они просто вешают на дверь вот такой вот, как они называются, basket with the bread, то есть корзина с хлебом. В общем, здесь булочки всякие разные. Какие-то сладости. Ну, я сладости не очень люблю. Вот. И еще в холодильнике сказали, какой-то йогурт лежит. Корзина. Корзина еще. Для завтрака. Для завтрака. Пойдем сейчас, наверное, уже на посадку. Что прикольно, еще сделано так. Мы вчера на этом на басе катались, на автобусе, на обзорной экскурсии. Там сделано так, что они еще предоставляют шаттл до корабля, до круизного корабля. То есть мы сейчас опять на него сядем, потому что билеты 24 часа действуют. Мы вчера в 12 дня купили. Соответственно, сейчас 10 утра, но они еще работают. Вот. Проедемся еще раз по городу с чемоданами и выйдем на остановке. И на шаттлбасе доедем до нашего круизного лайнера. До начала нашего круиза осталось буквально пару часов. Ура! Шаттл-бас, прям залезли на второй этаж, здесь вообще никого нет. И сейчас через 15 минут будем около нашего корабля. Ну, все складывается абсолютно удачно, вот, потому что все нашли, не потерялись, не заблудились. Даже на такси не пришлось ехать, платить кучу денег по нынешнему курсу, бесплатно сейчас доедем. Так что, вперед! Нам чекин, то есть регистрацию, сейчас security посмотрят, не везем ли мы алкоголь или что-то еще запрещенное, после чего получим ключи от нашего номера. И постоим вот еще вот такой огромной очереди. Да, постоим в огромной очереди и пойдем смотреть корабль. Ну что,
что вот мы зарегистрировали, получили ключики. Сейчас идем на посадку. Ну что, пойдемте посмотрим, какая у нас комната досталась. Мы брали комнату с частичным видом, потому что других просто в наличии не было, уже все было раскуплено. Но посмотрим, что будет частичный вид и как выглядит наша комната. Вот ушел наш поезд.
мы решили здесь выйти среди гор и скал, среди этого великолепия. Блумхеллер. Среди этой красотищи. И нам осталось пройти 13,5 километров по горам. А наш лайнер нас ждет, если мы не успеем дойти до него. Так, останемся жить здесь. Будем жить в горах, в этой красотище. Наш круиз прошли до паромного терминала. Вот он здесь находится, паром еще нет, мы его ждем. Далее у нас мы сейчас Stavanger город находимся. Поплывем на терминале в город Тау, там садимся на автобус, едем до Prikkenstolen. Оттуда куда-то мы карабкаемся на самый захватывающий, как здесь написано, вид в мире. На Палпетрок. Вот, в общем, сюда куда-то мы должны попасть. Вот. Причем от того, после того момента, когда мы выйдем с автобуса в Прикестолен, нам нужно 2 часа пиляхать сюда наверх, 2 часа обратно. Дело в том, что если все это время сложить, получается, что мы можем просто не успеть вернуться. Потому что корабль в 5:30 у нас отплывает. 4:30. Мне девочка пообещала, что все нормально, мы успеем. Что мы вернемся, в общем, вы не первые. Ну, кто не рискует, тот никогда не побывает на Палпетрок. А мы же рискнем. Ну что, вот мы плывем в поисках приключений. Впервые в жизни на пароме плыву. Подумаю в следующий раз, чтобы приехать, взять машину в аренде и поездить по Норвегии уже своим ходом. Вот мы и приехали из автобуса, и у нас есть ровно 3 часа 45 минут, чтобы вернуться и сесть на автобус. Причем нужно еще прийти не последним, потому что в автобусе ограничено количество людей, и водитель сказал, что придет слишком много человек, то все не влезут. А у нас вариантов нет, если мы не попадем на этот автобус, мы здесь останемся жить, потому что на паром мы точно не успеем. Ну что, 3:45, время пошло, надеюсь, мы успеем туда-обратно. А идти здорово, как написано, 2 часа. Да, нелегко это занятие, 2 часа пиляхать в гору. Но спецподготовка сказывается. Недаром каждый день кардио по полчаса после силовой тренировочки. Поэтому нам такие подъемы не страшны. If I walk out on the open sea, will you break into my heart? Confuse my chemical energy, so you can take it apart. I don't take orders from anyone, I'm always back at the start. If you can feel my pain, they say, maybe you know my name. Мальчики и девочки, пришло время поговорить о зале. Все-таки я сейчас готовлюсь к соревнованиям и отдыхом, а тренировки по расписанию. Я сейчас в массонаборном периоде, поэтому ем я много, тренируюсь по
пятидневному сплиту, 2 дня отдыха, 5 тренировок. В один день тренирую одну большую мышечную группу, одну маленькую. Сегодня случилось так, что у меня день спины и трицепс я обычно делаю. Но здесь, так как тренажеров на спину много и упражнений много, я поменял, я делаю спину с трицепсом, потому что мне трицепс еще не успевает загрузиться хорошо. Вот, поэтому вместе с бицепсом. И когда ты бежишь на дорожке, то ты можешь смотреть прям по ходу, как корабль плывет. Очень круто на самом деле. Вот. Также здесь куча тренажеров Cybex американских. Вот. Но если честно, они очень глупо продуманы. Почти все тренажеры повторяют те упражнения, которые можно сделать с гантелями. Это различные отведения, жимы. Но всего лишь один тренажер на спину, тяга вертикальная, и больше нет. Поэтому приходится делать его и вращаться разными другими упражнениями. Ловеры делать с гантелями, тяги одной рукой и подтягивание собственным весом и сильно перекладины, которая для этого не предусмотрена. Я вам покажу пару этих упражнений. В принципе, на самом деле заниматься можно, даже упражнения для ног есть, тренажеры, жимы, отведения, приведения, разгибания, сгибания. Вот. Кто-то долбит тренажер сейчас какой-то. Вот. Ну, в общем, я занимаюсь 3 через 3. То есть 3 дня тренируюсь, 1 день отдыха, 3 дня тренируюсь. Вот. Ну, я, пожалуй, начну. Начну, как всегда, с разминки. Вот, смотрите. Спина, 5 минут разминка. Есть некоторые тренажеры, установлены у них в милях скорость, некоторых километров. И на костя 60 километров, в милях это в полтора раза больше получается. Да, надо еще веса подбирать, потому что очень легко. Так, все упражнения я делаю по 5 подходов, по 14-16 повторений. Далее у меня такое упражнение, так как нет тяг, ни штанги, ни в тренажерах, ни фронтальных, то я делаю такое упражнение, собственно, вешу. Третьим у нас пойдет тяга гантели одной рукой к поясу, наклон. Так, дальше у нас повар с гантелью будет, такой заключительный на спину. Если я делаю кардио, могу делать, могу нет, это зависит от того, были ли какие-то экскурсии сегодня. Например, сегодня мы гуляли по горам, по городу 4 часа, поэтому там было хорошее кардио, хорошая нагрузка, поэтому
еще сегодня кардио делать не буду. Если мы гуляем мало, ну вот, или просто по городу ходим, то я еще добавляю 30 минут кардио. И сегодня без него. Очередной день нашего круиза. Сегодня это город Кристиансенд в Норвегии. Что замечательно, что всегда при выходе лежат карты, где ты можешь посмотреть, что где находится и как далеко туда ехать, добираться. Ну, мы заранее посмотрели, здесь есть тоже какая-то гора, местная достопримечательность 3 часа туда-обратно. В принципе, достаточно легко, потому что не нужно ни на чем ехать, ни на чем плыть, а своими ножками дойти. Поэтому сегодня мы туда и направимся, если успеем вернуться вовремя, нас ничего не задержит, то еще по городу потусуемся, найдем какой-нибудь Starbucks, выпьем кофе, потом вернемся на наш лайнер, и наша привычная жизнь в круизе продолжится. Какая красотища это вокруг. Ну вот мы забрались на мыс, утес, не знаю, на холм Адероя. Здесь была раньше военная база. Ну а потом все убрали отсюда. Вот красивый вид остался. Так и хочется делать и делать. Здесь много красивых фотографий, потому что виды, конечно, завораживают. Ну вот типичный норвежский городок, все в цветах, в рябине, в деревьях, насаждениях и вот такие маленькие домики. По одной из центральных улочек, вы сами видите, тут такие двухэтажные строения, как каких-то, не знаю, фильмов про 60-е или 50-е даже. Только новые машины выдает то, что мы в 2015 году. Так забавно. Можно зайти постучаться кому-нибудь, ну, кофе быстро. Ток-ток-ток, есть кто-нибудь дома? Угостите кофе. Желательно пряный чай латте. Пряный чай латте. Пряный чай латте. Всегда возникает вопрос, а что в таком городе люди делают? Они, не знаю, по ночам, когда солнце заходит, они превращаются все в вампиров и улетают на кормежку куда-то. Тут даже кафешек нет. Даже кафешек толком. Ну вот мы прогулялись по этому маленькому городку. Здесь центральная площадь, как всегда. Костел. Там фонтанчик сзади. Вот здесь кафешки. В общем, типичный маленький европейский городишко. С населением там где-то в 5000 человек. Ну вот. Ну мы нагулялись, пойдем уже на корабль. А вот наш кораблик. Евродам, 11-палубный лайнер, красавец. Да, Зайка? Большой красивый лайнер. И сели, как всегда, на автобус с открытым верхом. Нам повезло, что мы прям сидим на первом ряду. Вот. Сейчас у нас двухчасовая обзорная экскурсия по Осло. Мы сначала полный круг поедем,
а потом выберем, что нам интересно, и там будем уходить. Я уже приметил пару мест. Надеюсь, мы попадем в Magic Ice Bar, там полностью бар. А я вот туда не хочу. Я хочу. А я не хочу. Сзади меня здание под названием Oslo City Hall. Именно в нем происходит вручение Нобелевских премий. Говорят, внутри очень красиво. Пойдемте зайдем, посмотрим. Зайти в Starbucks, и это не реклама, взять свой любимый пряный чай латте, сделать глоток. Зарядиться энергией и пойти опять гулять. И мы решили посетить Magic Ice. Это ледяной ресторан, ледяное кафе, сделанное полностью изо льда. И температура там минус 5 градусов всегда поддерживается. Нифига себе! В России, особенно ранним утром, осенью. Ну что, вот мы оказались в ледяном баре. Можно даже что-то выпить, чтобы согреться.
Что это такое? Cranberry liqueur. Я тоже хочу попробовать. Это ледяной стакан, да, из-за льда. Можно. Я тоже возьму. Thank you. Стакан из-за льда, прикиньте. Вот мы приехали и до центрального аквапарка, где местные жители отдыхают. Я прочитаю с бумажки, потому что тяжело. Vigeland Sculpture Park. А, парк скульптур Vigeland. Там уже всякие разные скульптуры и колонна, которая как бы из людей сделана. Сейчас пойдем посмотрим вживую, как это выглядит. Прогуляемся по парку под дышим чистым воздухом. Посмотрим на белок. Вот кончается наше знакомство с Норвегией. Мы побывали в разных местах, поплавали по фьордам, полазили по горам, заехали в небольшие маленькие городки, посмотрели, как живут. Сейчас здесь наша крайняя точка маршрута, это Осло, столица. Посмотрели, как люди здесь живут. Поразило количество автомобилей, не бензиновых, а электрических. Увидели, как они заряжаются прямо в центре города. Вот. Но подумали о том, смогли бы мы здесь жить, хоть здесь все и прекрасно, все катаются на великах, бегают, классная погода, все красиво, чистенько. Но что-то в душе пока не лежит Норвегия, не хотелось бы здесь жить. Здесь классно приехать, отдохнуть, тут именно такой кемпинговый отдых, по горам полазить. Прям супер, я сюда еще раз вернусь с удовольствием. Но жить почему-то здесь и вправду не хочется, не знаю, может своя береза ближе. Итак, мы выгрузились на центральной где-то площади или на одной из центральных площадей. Что ты пальцем тыкаешь? В Гетенбурге, да, я уже успел майку купить с шведским флагом. Это моя традиция. В каждой новой стране я покупаю майку с изображением этого флага. Так, мы раздобыли карту. Уже тоже определились. У них город делится на три зоны. Ну, пешкадралом мы решили только вот эту желтую часть обойти. Здесь всякие памятники. Рынки, все найдем, хочется на морской рынок зайти, что-нибудь вкусненькое съесть. Вот. Ну, надеюсь, не потеряемся, у нас, по-моему, 3 часа есть, 3 часа мы тут все обойдем. Вот. Ну, в общем, мы его поперли. Thank you.
the waves come crashing in. But you can't feel... Вокруг центральной части города проходит вот такой канал. Что могу сказать? Москва-река почище будет. Вот мы нашли фермерский рынок в центре города. Калухален. Пойдем посмотрим, что там вкусно. Зашли вот еще на один рынок рыбы. Здесь прям чисто рыбные деликатесы. И в одной кафешке можно взять сразу тарелку и тут же ее съесть. В общем-то, знаете, во многих странах так практикуют, там разные тарелки. Одна самая большая тарелка, там пол краба, пол какого-то лобстера, там пару мидий, пару креветок, пару устриц. И, в общем, эта тарелка стоит 1450 шведских крон. По нынешнему курсу, спасибо цене на нефть и всему прочему, получается, что эта тарелка стоит практически 12 тысяч рублей. Что-то съесть половину краба и несколько устриц за 12 тысяч рублей, мне что-то перехотелось. Ну вот мы прогулялись по центру Гетенбурга. 2 часа на это потратили. Если честно, не впечатлило. Такой какой-то унылый, темный, однообразный, 3-4-этажный город, где куча каких-то строек идет, где грязь какая-то в воде валяется. Погода унылая, хмурая, прохладная. В общем, Питер в его худшем проявлении, если так можно сказать. Вот. Поэтому мы с радостью покидаем этот город. И у нас остался завтра крайний день. Мы обратно возвращаемся в Данию, в Копенгаген. Вот. И поздно ночью улетаем, буквально в полночь, домой в Москву, наконец-то, ура! Вот. Завтра в Дании, в Копенгагене у нас в планах посетить Тиволи. Это развлекательный центр у них там. Корки, машинки, все такое прочее. Ну, надеюсь, у нас получится, потому что у нас будут чемоданы, и нам их надо куда-то деть. Их придется либо на центральной станции, то есть на вокзале оставлять, либо ехать в аэропорт и оставлять там. Вот, потому что мы приходим рано-рано утром, в 9 утра нам же надо выйти с корабля. И практически еще 15 часов чем-то заниматься в городе. Но мы найдем, чем все занять. Ну, а Швеция? Швеция пока. Спасибо. Надеюсь, в следующий раз мы побываем в твоей столице. Может быть, она нам больше понравится, чем этот маленький городок Порховый. Ну, посмотрим.